синем углу рейджа спортсмен из Челябинска. Встречайте, Виталий Макиев! В синем углу рейджа финалист Кубка России по смешанным единоборствам, призер чемпионата России по смешанным единоборствам, мастер спорта по смешанным единоборствам, мастер спорта по армейскому рукопашному бою Виталий Макиев, Челябинск, в синем углу. И его соперник в красном углу рейджа представляет город Кемерово. Встречайте, Андрей Кошкин! Спортсмен в красном углу, двукратный чемпион мира по панкратиону, мастер спорта международного класса по панкратиону Андрей Кошкин, Кемерово, в красном углу. Спортсмен в синем углу, 24 года, вес 76,8 килограмма, рост 180 сантиметров, профессиональный дебют. И его соперник в красном углу, 23 года, вес 77 килограммов, рост 178 сантиметров, также профессиональный дебют. Уважаемые дамы и господа, Виталий Макиев против Андрея Кошкина. Рефери в ринге Микка Синтонен, Финляндия. Следующий поединок, также профессиональные дебютанты. В принципе, если мы берем первый бой, там все получилось довольно быстро и довольно зрелищно, прямо скажем. Как забойщики ребята отработали просто замечательно. Ну а теперь поединок представителя Челябинска Виталия Макиева. Он в синем углу
24-летний боец, также профессиональный, у него этот поединок будет первым. Финалист Кубка России по смешанным единоборствам, призер чемпионата России по смешанным единоборствам. На мастер спорта по армейскому рукопашному бою против Андрея Кошкина, который находится в красном углу, человек из Кемерово. Профессиональный дебют, 23-летний боец, он немножко пониже своего оппонента на 20 сантиметров буквально. Но при этом двукратный чемпион мира по панкратиону и мастер спорта международного класса. Это очень серьезные любительские достижения, тем более, что мы прекрасно понимаем, панкратион... Это такая штука, которая максимально, на мой взгляд, приближена к понятию смешанное единоборство. И ох, как здорово, а? Сработал и в разный уровень, и с разных сторон. Жестко попал правым сбоку, левый мидлкик по корпусу отправил. Но единственное, что сам-то умудрился пропустить навстречу, пусть пока не очень тяжело. Да, посмотрите, для этого самой категории 77 килограммов, очень жесткий удар у Кошкина. Корпус голового здорово опять. Причем как раз никуда не торопится и спокойно он стартует. Фактически с места, такое хорошее качество. Но Виталий решил, что можно бы и предложить каким-то образом поработать в партере. Да. Ну там руками совсем не надо держаться за ограждение рейджа. Попытка повисеть на функции, честно говоря, не очень понятно, зачем это было. Если переводить в партер, то не взялся. Отлично. Комбинация прямо на заглядение, на самом деле. Просто вот комбинаторика у Кошкина изумительная. Сейчас немножко повезло, на мой взгляд, Виталию, потому как Вася по нему зашла в голову вскользь, а мог бы и попасть. И не стесняется работать, обратите внимание, не выцеливая в печень Андрея, а работая очень жестко по корпусу, причем ну, все удары, вот у него все комбинации, несмотря на то, что он стартует практически с места, очень жесткие, очень-очень жесткие. Бьет на выдохе, так очень грамотно, не торопясь. И видно, что определенное повреждение он сопернику уже нанес. Единственное, немножко бесхитростно. Комбинацию не начинает и не заканчивает. Попытками именно обмануть, каким-то образом переиграть, переработать. Пока бой более чем смотрится. Ну да, конечно, тяжело. Сейчас очень Виталию тяжело, потому как ему... Много на себя уже принял. Подавляющее большинство по защите, но такое количество оно может и в качестве перерасти. Отлично. Вот опять задумка просто по исполнению Андрея совершенно замечательная. Качнул, ударил одиночным ударом. Ударил слева. Чуть попытался провалить на себя, соперник не пошел, он уже заряжался с ног. Хорошая дистанция сейчас, кстати, может включиться. Опять, ну попадает, здорово. Сейчас надо Виталию отдать должное. Приходится терпеть, но вот единственное, что совершенно неправильно, на мой взгляд, он застаивается. Надо самому пытаться атаковать каким-то образом, он просто сбивает. С коленом зашел, опять качнул, ушел назад, опять вперед. Ну, пока все получается. У представителя Кемерова, я имею в виду. Какие жесткие удары, а? Ну, просто потрясающие на самом деле. Посмотрел в угол, посмотрел на своего рефери. Очень опять неприятно попал по ребрам. Попытка подхватить не вышла. Отбросил правую сбоку там. Встречай, не стой, Хорошая тройка есть. Пропустил подход. Есть возможность сделать тейкдаун. Хорошо.
Осталось отконтролировать, подтянуться и попытаться сесть сверху. Единственное, что шею уже отдал. Не гоняется за ней пока, по крайней мере. Андрей, но при этом очень неприятно держит, что в этой позиции может и не дать сработать. Так, руку достал. Сейчас надо отжать голову и спину. Да-да, чтобы отжать голову, надо левую руку все-таки достать. Ну и посмотрите, несмотря на дикое совершенно количество пропущенных ударов, ударов жестких, мы с вами уже это отмечали, Виталий Макеев мало выставил, так еще и под концовкой тейкдаун сделал. Причем очень-очень такой, знаете, зрячий, уверенный. Другое дело, что Андрей ему в этой ситуации поработать сейчас просто не дал. Но надо что-то менять. Надо или таскать каким-то образом в квартер сейчас Виталию своего оппонента, потому как он в ударной технике проигрывает, проигрывает он сильно. Очень мне понравилась как раз манера Андрея работы именно в стойке. Спокойно, очень чуткий боец, очень хорошо чувствует именно дистанцию, с которой ему удобно будет стартовать. И комбинаторика. Очень большое дело, и то, от чего далеко не все дебютанты, особенно те, кто много работал и бился по любителям, отвыкают. Это работа на связках. Работа на связках, работа по разным уровням, умение не выцеливать один удар. А Виталий именно на этом, с точки зрения именно ударной техники, подгорает пока. Он старается попасть. У него такая закладушка справа пришла, прямо вот попади она. Все могло получиться по-другому. Это где-то на окончании первой минуты, начало второй, может быть. Первого раунда, соответственно. Но она не попала, и он по себе выхватил такую комбинацию из четырех ударов. Просто, на самом деле, на загляденье. Ну и гематомы сейчас, вот обратите внимание, уже есть там. И на ребрах, и корпус подбит так довольно серьезный. Посмотрите, что делает. Начинает атаку справа. Пропустил. Пропустил сейчас Кошкин левый боковой. Атаку начинает постоянно с правой руки, причем в разрез выцеливает. Но при этом показывает то, что могу начать и с передней поработать, и с коленом что-нибудь придумать. Да, здесь по защите, но постоянно держит оппонента в тонусе. Попал. Другое дело, чисто такой психологический выверт, но тем не менее работающий, работающий на 100%. Если особенно есть малейшая неуверенность в собственных силах. Я зачем говорю? О том, что Виталий, несмотря на то, что пропустил по себе много, он вообще никак не показывает, что это на него повлияло. Продолжает идти вперед, занял середину рейджа, пошли вперед, поддавливаем, поддавливаем. И соперник, если после всех ударов оппонент вообще никак не показывает, может начать подламываться. Это вопрос именно чистой воды психологической уверенности. Другое дело, насколько у тебя организм может это позволить сделать. Потому что не показывает, что тебе больно, это безусловно замечательное качество, но у тела тоже есть определенный предел. Хорошо. Все в защиту, все в защиту. Вот классно же начинала комбинации Андрей в первом раунде. Раз-то замечательно, у него все получалось. Не надо рейдж держать. Что получилось здесь подхватить? Ну, в стойке вряд ли задушит. Перевод. Опять перевел, здорово. Одной рукой это вряд ли задушит. А вот если второй сейчас попытаться, может быть, прихватить, может и пойти. Хелфмаунт есть, угол слышим, оттащи руку, услышали. И гард. Корпус голова. Здесь опять надо понимать, что оппонент тебе работать не будет давать. Мы видим, что Андрей себя в партере чувствует уверенно. Единственное, что можно сказать, попытка удержать соперника, она хороша именно в плане работы на профессиональном ринге до определенного уровня. Здесь надо что-то самому придумать. Попытку выйти на рычаг нет. Едва. Едва сбоку не вышел. Сразу, опять-таки, Андрей сработал очень уверен. Хорошо себя чувствует. Работа! Именно внизу. Другое дело, что если прием не получится, это будет преимущество соперника. Остается не так много времени. Две минутки.
Работа! Ну, в принципе, можно поднимать на мой вкус. Здесь, безусловно, могут дать поработать, поскольку Виталий... Стоп! Стоп. Виталий пытался, вне всякого сомнения, но... Вы знаете, Андрей, ты себя сейчас проявил именно с лучшей стороны. Другое дело, что два тейкдауна, две попытки тейкдаунов, и два раза он оказался внизу. Удивительно. Он борется, и видно, кстати, что борется он неплохо. Причем он хорошо чувствует себя в позиции, когда он находится снизу, он не дает сопернику особо работать. И сейчас, да, сейчас попытка работает такой активной, но здесь надо самому, единственное, голову опускать. Голову опускать — штука очень опасная. Во-первых, есть удары снизу руками, во-вторых, есть колени. И в-третьих, чем это может закончиться, я думаю, что вы поединки вспомните не меньше меня. Когда так вот ловили, когда вслепую отмахивается за счет боковых ударов. Понятно, что Андрей сейчас подустал. Пришлось ему немножечко побороться, и соперник, обратите внимание на Виталия, вот он продолжал подтаптывать и продолжает. Здорово! Подъемом туда в печень очень нацелен. Разбить надо, конечно. 15 секунд поединка осталось. Если пропустить туда под концовку, было бы совсем ни к чему, ни одному, ни другому. И тейкдаун, ну почти. Почти. Почти получилось. Нет. То есть перевод, конечно, получился, но сейчас можно и... Да-да-да. И позицию отдать. И позицию отдать. Остается всего ничего времени. И попытка перевода Портера для... Андрея по-хорошему-то закончилось неудачно. С точки зрения ударной техники, безусловно, все сработало очень-очень здорово. А вот в партере не клеится. Не клеится совершенно откровенно. Причем не очень понимаю, почему. Вроде бы есть навыки работы снизу. Навыки неплохие. Резкая была попытка выйти на болевой. Причем абсолютно неожиданная. И сопернику, в принципе, стоило усилий, чтобы эту попытку нейтрализовать. Виталий работает чуть прямолинейно, но при этом, с точки зрения именно ММА, видим мы, что выучен он как раз очень-очень неплохо. Во-первых, здоровье позволяет принимать на себя приличное количество ударов. Во-вторых, тейкдаун в его исполнении, они как раз очень-очень убедительны. Девушке будет тоже приятно, если вы им аплодируете. Хватит ли сил, если у Андрея запаса пороха хватает, чтобы работать в своей ударке третий раунд, то, конечно, Виталий ждут очень непростые сейчас времена. А вот если подсядет, позволит он сейчас бойцу из Челябинска себя атаковать, переводить дальше, тогда не знаю. Тогда не знаю, потому что, ну, в ударке Виталий предпринимает, знаете, такие попытки навязать именно размен, видимо, что челюсть крепкая. Все у него неплохо, а у Андрея сейчас чуть-чуть подпропала именно мысль. То есть двойка. Двойки, пошли одиночные удары. Соперник перекрывается, к нему подходит. И тут первая связка, она в основном в защиту. В основном это все в защиту. Неприятно, но абсолютно не смертельно. Размашистый левый боковой на скачке и... И пропускает снизу. Ну вот сейчас вроде бы все здорово. Качнул на себя, провалил, попал левым сбоку, но корпус в одной стороне, рука в другой. И в итоге массы именно в этом... приеме не было, ну а тут попытка перевода успешная. И сейчас можно спокойно обходить. Да-да-да, попытаться обойти ноги, и советуют Андрею, ну, попытайся за души. Сбоку от Рейча, да, развернулся к нему ногами, да. Корпус, голова, да. Отсюда, да,
Отлично, ноги подтаскиваем, подтаскиваем, подтаскиваем. Левая все выше. Хороший, очень правильный совет сейчас Виталику. Дается из угла, бей. Корпус, голова. Здесь можно попытаться было отработать и вслепую, что Виталий с успехом делает. Корпус, голова. Ну да, здесь пока нету именно активности на досрочное завершение поединка. У Андрея как раз просто вот удивительно. Ни одной попытки сбросить. Вот первая, пожалуй. Вставил колено. Не получилось, потому что в очередной раз соперник его довольно грамотно развернул. Головой мастить тут особо некуда. Сейчас-то есть. Времени все меньше. Полторы минуты. Стоп в стойку. Ну вот опять. Сколько на эту защиту Андрей потратил сил? Виталий все сделал со своей позиции абсолютно правильно. Перевел, обозначил преимущество, поработал. Кстати, на месте финского нашего арбитра. О, как здорово это поднял левым снизу. Все хорошо, все получается. Но Виталий такое ощущение вообще не чувствует этих ударов. Они жесткие. Попал. Попал под перевод. Ну вот да, вот хороший шанс. Хороший шанс сделать гильотину. Если силы остались, можно попытаться и растягивать, конечно. Здесь тянуть ногами. Руками это сделать практически нереально. Не растягивает. Ноги не работают сейчас у Андрея. А там... О, ну. Во. Ну, затылок уже показался. В принципе, если выносливость есть, то терпеть можно уже. И вылез, да. Затылок показался, скорее всего, вылезет, как в итоге и получилось. Ну вот хорошая попытка. Полное недоумение у меня оставляет именно партер Андрея Кошкина. Вроде, ну все здорово, бороться-то умеет. При этом соперника была задача удержать. Это вот такой совершенно однозначный путь в никуда. Про это уже говорилось и говорилось не раз с соперником. Как бы ты ни работал снизу, как бы себя уверенно не чувствовал, насколько бы ты сильно не был. Если ты не будешь его переводить, он тебя в итоге и додавит. Третий раунд однозначно совершенно за Виталием Макиевым. Все у него получилось. Единственное, что в гильотину напоследок он угодил совершенно зря. Что сейчас, кстати, Радмир Габдуллин. Судейские записки, бой до решения. В принципе, поединок очень даже получился для профессионального дебюта, пусть и у того и другого полюбителя вполне себе. Уже сложившаяся репутация и сложившиеся достижения получился качественный, пусть есть еще вопросы скорее тактического плана, а к Виталику и с точки зрения ударной техники, ну, много он еще на себя принял. И сейчас судьи будут свечаться. Да, непросто. Первый раунд. Давайте с вами попытаемся порассуждать. Первый раунд. Бойцы на середину. Скорее Кошкин, несмотря на перевод. Один в партер. Второй примерно равный, но опять за счет работы в партере скорее Макиев. Третий Макиев. Раздельным разделкой. Решением судей. В этом поединке победу одержал
любопытное решение. Андрей Кошкин, очень любопытное решение при равном поединке. Все-таки разделим решением судей. Победа дает Андрею Кошкину. Виталий, мы благодарим тебя за яркий поединок. Аплодисменты Виталию. Андрей Кошкин. Андрей, а теперь также ловко вернись в ринг. Дамы и господа, позвольте вам представить второго победителя Evon Challenge 43 «Битва в Сибири» Андрей Кошкин, Кемерово! Андрей, во-первых, наше поздравление. Эта победа точно не была легкой. И все-таки ты победил, уверенно победил, очень серьезного соперника. Что скажешь, была выбрана точная тактика на бой? Да, была выбрана точная тактика на бой. Сумел собраться перед боем и делал все, что делал на тренировках, не допускал ошибок. Только вот спар там маленько, пропускал многие проходы. Ничего, думаю, в следующий раз поднаберу в парты, таких ошибок уже не будет. Аплодисменты! Андрей, я знаю, что в Кемерово очень серьезно обращают внимание на смешанные боевые единоборства. Очень динамично развивается этот вид спорта. И именно Кемерово в декабре принимает Суперкубок России по ММА. Это будет 22 декабря. Как происходит подготовка? Ну, в этом плане я как бы не знаю. Вот. Ну теперь, когда приедешь, ты будешь давать этот мастер-класс наверняка? Может быть, и буду, конечно. Вот со мной представитель Кемеровской области Денис Толт. Он всеми вопросами организационными занимается. Конечно, все будет подготовлено на высшем классе, я точно знаю. Добро пожаловать в Кемерово 22 декабря. Наш победитель Андрей Кошкин, аплодисменты!